Здравствуйте, в эфире «Новый день». Чебоксарцам предлагают стать более здоровыми и спортивными, причем совершенно бесплатно. В столице Чувашии стартовал любопытный проект под названием «Богатырский путь». Его организаторы обещают проводить разноплановые тренировки на улицах и в тренажерных залах города, а также составить меню здорового питания. В городе подготовят 5 площадок, где будут проходить открытые уличные тренировки. Первая точка, центральная точка, это Московская набережная, где будут проходить тренировки в стиле кроссфит. Вторая точка – это тренировки, которые будут проходить на Красной площади. Там будут беговые тренировки для того, чтобы все жители нашего города наслаждались видом нашего прекраснейшего залива. Также тренировки будут проходить в Лакреевском лесу. Там занятия будут посвящены лечебной физкультуре. Кроме этого, в микрорайонах Радужный и Новый Город организуют командные соревнования в духе веселых стартов. Организаторы постарались привлечь в качестве тренеров людей, не понаслышке знакомых со спортом. Тренировки на открытом воздухе будут проходить от действующих спортсменов, которые занимаются спортом не первый год. Лично я буду проводить тренировки. Я занимаюсь с 2000 года, уже 18 лет, борьбой самбо. Помимо этого, участники проекта могут бесплатно посещать крупнейшие тренажерные залы города. Каждому члену проекта выдадут специальную карточку. Эта книжка показывает мои успехи и результаты моих тренировок. Здесь мы отмечаем, какие тренировки мы прошли, сколько мы сделали разных видов нормативов, а у нас их, как видите, очень много, и они разнообразные. Также показывает, какие мы можем посетить места тренировок, и еще рассказывает о интересных бонусах, которые мы можем получить за выполнение определенных заданий. Программа рассчитана на 30 дней. Помимо физических нагрузок предусмотрены и советы по правильному питанию. Рецепты блюд будут размещать в группе в социальной сети ВКонтакте. Чтобы попасть в проект, достаточно прийти на одну из уличных тренировок, получить карточку участника и зарегистрироваться на специальном сайте. Несколько рекомендаций для тех, кто впервые решит выйти на уличную тренировку зимой. Необходимо правильно подобрать одежду. Желательно надеть термобелье и легкие, но теплые кофточку и курточку. Не лишней будет шапка из синтетики, которая хорошо отводит пот. Даже у абсолютно здоровых людей во время пробежки по холоду начинает течь из носа, поэтому захватите платок. На разминку нужно потратить 5-10 минут. Главное в зимних тренировках не переусердствовать. В холодную погоду сердцу приходится усиленно работать, чтобы поддерживать тепло тела. Так что у вас может увеличиться сердечный ритм и кровяное давление. Большой праздник, посвященный фитнес-аэробике, пройдет в эту субботу в Чебоксарах. В центре развития маунтинбайка состоятся открытый чемпионат и первенство Чувашии, а также спартакиада среди общеобразовательных учреждений по этому виду спорта. Начало состязаний в 9 утра. А мы разыгрываем пригласительные билеты на ближайшую игру хоккейного клуба «Чебоксары». Чтобы их получить, нужно зайти на наш сайт, кликнуть кнопку «Новый день» и первым правильно ответить на вопрос, в каком амплуа начинал карьеру вратарь хоккейного клуба «Чебоксары» Денис Матошин. А у меня на этом все, ну а завтра будет «Новый день».